В Сыктывкаре выясняют обстоятельства возгорания на пилораме в местечке Чувью. Огонь охватил 140 квадратных метров производственного сооружения. В тушении задействовали 49 спасателей, 10 единиц техники и 3 специалистов аварийно-спасательного отряда. Пострадавших нет. По основной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. А причина возгорания поселки Ярига, что под Ухтой, стала детская шалость. 13-летний мальчик решил испечь картошку на костре, но не справился с огнем, испугался и убежал. Пламя быстро распространилось по сухой траве на площади в 600 квадратных метров. Огонь уничтожил 10 хозпостроек. Родители мальчика теперь будут отвечать перед их владельцами за проделки сына.